Произошло. Вообще непонятно. Удар по воротам и гол. Вот так наказывают мастера. 1-0. Сборная Аргентины выходит вперед ударом со штрафного. Совершенно неожиданно он возник. Ну и в цветах нигерийской сборной слово «гол» на огромном табло. Не стал двигаться с мячом, отпасовал на Дибалу, который вот такую передачу вырезает для Павона. Тот простреливает, удар 2-0. Вот такая атака у аргентинцев вышла. Нам часто говорят, быстрее нужно освобождаться от мяча. Нам, это я имею в виду тем, кто хоть немножечко играет в футбол. И вот аргентинцы продемонстрировали, пытается быть полезным и идет с мячом. Вот такой по штрафную площадь. И удар по воротам состоялся. Справляются нигерийцы вместе со своим вратарем. Футболист, который родился в Харлеме, в Голландии. Удар по воротам. И ух ты, какой гол! 2-1. Сборная Нигерии сокращает отставание. И это как раз 14 номер Ихеначо. Самый заметный игрок сборной Нигерии, хотя бы потому, что на его счету есть еще и желтая карточка. До сих пор только этим он и отметился. А тем временем Сен оставил мяч у себя и в атаке Шеху по штрафную площадь. Удар по воротам. Маркизин на месте. Редкий гость на углу поля, но вот сейчас подача на дальнюю штангу. На дальний угол вратарской даже. И в итоге получилось... Диди, хорошая передача, Ихеначо. На кубике сыграли друг с другом. Пас, удар, поворотом и гол, 2-2. Веселая игра, надо же. Как-то все буднично начиналось и продолжилось голами сборной Аргентины. Но на стыке двух таймов случились голы уже другой команды. 2-2. Есть у них по-прежнему немного. Такая еще атака. Ихеначо, удар и гол. 3-2. Брайан Идову забивает в дебютном матче за сборную Нигерии. Ну, праздник какой-то. Алехандро Гомес будет выполнять подачу. Удар поворотом и момент у аргентинцев. Еще один угловой. И хотя аргентинцы просили, будет 3-2. Еще одна хорошая передача. И Воби, великолепный гол! 4-2! Ну надо же, кто бы мог подумать после первого тайма, что все будет так. Может быть, действительно, они там собрались в середине поля, чтобы немного пошаманить, чтобы сказать друг другу несколько заклинаний, которые все перевернут. 4-2! Ригони. Можно было, кстати, мяч не трогать. А вот передача в штрафную площадь. Удар поворотом. И спасает свою команду голкипер Фрэнсис Узоху.